недавних пор Союз российских граждан начал принимать заявления на получение удостоверения российского соотечественника. Инициатива Союза российских граждан выдавать такого рода удостоверения нашла понимание и интерес со стороны норвегтян. Для чего оно нужно? Ну, первое, что самое главное, оно подтверждает шаг жителя, живущего за границей, как самоидентификация в качестве российского соотечественника. Второе. В новом законе, поправки вступили вот этим летом в силу, предусмотрено, что российский соотечественник имеет не только право получить удостоверение, но и какие-то обязанности. К обязанностям относится работа в какой-то из общественных или культурных организаций, занимающихся, положим, работой по защите прав российских соотечественников за рубежом, занимающихся развитием культуры, традиции, изучением истории России. Предусмотрено, что данное удостоверение может помочь в решении назревших ранее вопросов, таких как множественное гражданство. Законодатель российский предусмотрел, что при наличии статуса российского соотечественника, во-первых, будет предусмотрен упрощенный прием в российское гражданство. Вот. А впоследствии, при внесении соответствующих поправок в закон Российской Федерации, и прием российского гражданства без отказа от нынешнего. Это не относится только к Эстонии, относится ко всем другим государствам. На сегодняшний день подать заявление пришло более 50 человек. Но есть как сторонники этой идеи, так и противники. Например, свою позицию по данному вопросу четко выразил руководитель общества российских соотечественников Валерий Четвергов. С этого года никакого удостоверения соотечественника вообще нет. Это миф. Есть, и организация может выдать удостоверение члена вот этой организации. Ну, к примеру, если есть Союз российских граждан, то он может выдать удостоверение члена Союза российских граждан. По мнению Четвергова, это удостоверение нигде не имеет никакой силы. Если организация такая богатая, или если в нее входят вот такие, так сказать, люди, которые могут оплатить все это дело, ради бога, они могут сделать себе удостоверение и это удостоверение иметь. Не более того.